Иван Андреевич. Родился 21 января 1918 года в селе Болтин, ныне Рамаданского района Республики Мордовия, семье крестьянина. 14 лет после окончания 6 классов уехал на заработки в Мурманск. В июне 1941 года, в первый день войны, добровольцем пришел в военкомат. Был зачислен 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии. Отважно сражался на рубежах западной Лицы, защищая Мурманск. За 2 с небольшим года боев разведчик Зайцев более 100 раз уходил в расположение врага. Доставил более 20 языков, награжден знаком «Отличный разведчик». В марте 1943 года был награжден медалью за отвагу, а чуть позже орденом Красного Знамени. Приказом от 31 марта 1944 года сержант Зайцев Иван Андреевич награжден орденом Славы третьей степени. 22-27 марта 1944 года командир отделения сержант Зайцев группы разведчиков отличился в боях в 40 км юго-восточнее города Петсамо, Финляндия, ныне Печенга Мурманской области. В ночном налете на опорный пункт противника сержант Зайцев своим отделением обошел противника с тыла, завязал бой, чем способствовал выполнению задач основной группы. Приказом от 12 мая 1944 года сержант Зайцев Иван Андреевич награжден орденом Славы второй степени. Особо отличился разведчик Зайцев в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции. 17 октября 1944 года во главе разведгруппы старший сержант Зайцев первым вышел к государственной границе юго-восточнее города Киркенес, Норвегии, добыл ценные сведения о противнике и передал командованию дивизии. За эти бои старший сержант Зайцев был представлен к ордену Славы первой степени. Скончался 6 января 1986 года, похоронен в Мурманске.